кілька місяців тому. О, отлично. Свет зачехляюсь, потому что включаться, привыкнуть к работе. Моя пам'ять, коли вона туди нахуй закинула туди на маяк на обвісміну. Там такий густяк. Я його просматриваю хорошо на виліт. Противник біжав на лівий берег Дніпра. Там зараз займає оборону по всій лінії. Підтягують боєприпаси, артилерію, резерви підтягуються. Так як остатки групіровки на правому берегу були розбиті, ну и кто успел, переправился, кто не успел, был уничтожен, либо попал в плен. И с каждым днем все больше и больше обстрелов города начинается. Ну, в частности, береговой линии и окраин города. Они начинают обстреливать. Ну, рано или поздно эта бомба взорвется и пойдет боестолкновение. Ну, по полной, потому что противник подтянет уже все резервы, займет линию своей обороны. Ну, не всегда так делают. И начнут разбирать город, скорее всего. Вот здесь мне не нравится декран. Вот тоже я смотрел. Вот там какое-то движение постоянно в районе крана есть. Куда пошел? Вправо. Опять вправо? Да. Ага, вижу. Пуля прошла четко. Этот, походу, упал, а второй съебался. Только что влево.